Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы с вами поговорим о заговоре на деньги на церковную свечу. Этот проверенный заговор на деньги – это простой обряд, но он вам поможет, если вы оказались в сложной финансовой ситуации. После проведения этого обряда ваше материальное положение значительно улучшится. Причем деньги к вам могут приходить самыми разными путями и чаще всего в виде, например, новых каких-то заказов, деловых предложений, возможно, даже новых клиентов. То есть поработать придется, но и результат будет гораздо лучше, чем вы могли себе представить. Напоминаем еще раз, что обряд несложный, но он сам по себе очень сильный и относится к обрядам белой магии. Он ни в коем случае не навредит вам. Для проведения этого обряда вам нужно сходить в церковь и купить там одну свечку. Любую, размер здесь не важен. При покупке нужно обязательно дать денег столько, чтобы была необходимость в сдаче. И вот эту сдачу нужно оставить на нужды храма. Когда свеча будет куплена, вам нужно приготовить монетку любого достоинства, и вы можете уже приступать к проведению обряда. Хотим еще сделать акцент на том, что проводить этот обряд вы можете только на растущую луну. Время проведения – это после заката солнца, но до полуночи. Обратите на это внимание. Все, что нужно сделать, чтобы привлечь к себе денежный достаток – это зажечь свечу, закрепить ее на монетке и трижды прочитать заговор, при этом не отрываясь, смотрите на пламя. Далее дайте свече догореть, после чего отделите монету от остатков свечи. Огарок нужно выкинуть в проточную воду или закопать в безлюдном месте, а монетку положить в кошелек в качестве денежного талисмана. Далее, друзья, заговор на деньги на церковную свечу. Слова следующие. Свечу зажигаю, деньги к себе привлекаю. Свеча моя ярко горит, богатство ко мне валом валит. На огонь без отрыва смотрю, деньгам приумножаться велю. Как задумала, так и сбудется. Друзья, слова заговора будут в описании к этому видео. И когда вы будете произносить слова заговора, возьмите, перепишите слова заговора на листочек. И когда вы будете читать, напоминаю вам, что вам нужно будет смотреть на свечу, как она горит, на огонь. Поэтому поставьте так листочек с словами заговора, чтобы вы видели и слова заговора, и смотрели на свечу, как она горит. Напоминаем, что слова заговора нужно прочитать трижды и не отрываясь. Обращаем на это ваше внимание. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное и важное. Также ставьте лайк этому видео, таким образом вы оплачиваете наш труд. В комментариях пишите «принимаю, благодарю». Ну а мы с вами сейчас, друзья, прощаемся и услышимся в следующем видео.